В опорном прыжке по-прежнему пока впереди Юрий Крюков, 9,3 балла его оценка. Ну, в основном 9,225. Вот сейчас объявили нам оценку Алены Змеу. Так, а вот мы сейчас смотрели прыжок Кузьмина. Я хотела сказать такое, что приблизительно они все одинаковые, прыжки-то прыгают. Но вот удается далеко не каждому. Вот он винты прокручивает и не очень низко начинает. Долго повороты совершает, поэтому нечетко приземляется.